С тех пор, как меня укусил тот паук, у меня была всего неделя, когда жизнь казалась нормальной. Это было, когда ты узнал. Запоротое тобой заклинание не заставит всех забыть, что Питер Паркер — это Человек-паук. У нас стали появляться гости. Без всех других вселенных. Три фазы идут. Как ёбнет все пиздец. Здравствуй, Питер. Ты не Питер Паркер. Простите, как вас по имени? Доктор Отто Октавиус. Хорош прикалываться, я серьезно. Ну что, все шутки шутишь? Всех этих пришельцев нужно отправить назад. Да их нахуй! Нихуя себе, блядь! Тебе предстоит битва с призраками прошлого. В смысле? Все они погибли, сражаясь с Человеком-пауком. Это их судьба. Мне очень жаль. Но мне тоже. Что? Должен же быть другой выход! Это единственный. Пушка, отпусти! Они угрожают нашей вселенной. А ну стоять! Вам не отобрать мою силу. Питер, ты так стараешься сохранить все, что у тебя есть. А жизнь ставит тебя перед выбором. Ему пизда, не знаю, что делать. Это я во всем виноват. Я всех спасти не могу. Я тебя, блядь, вас убью, на! И потом на первое солнышко. Раз! Залезь нахрен нахуй обратно, блядь! Человек-паук. Нет пути домой. Что происходит? Они прорываются к нам. И мне их не остановить.